приехал город, было время людской доброты. Население ушло в отпуск, на площади томились цветы. Все было неестественно, мирно, как в кино, когда ждет западня. Часы на башне давно били полдень какого-то прошедшего дня. Капитан Воронин жевал травинку и задумчиво смотрел вокруг. Он знал, что все видят отражение в стекле и все слышат неестественный стук. Но люди верили ему как отцу, они знали, кто все должен решить. Он был известен как тот, кто никогда не спешил, когда некуда больше спешить. Я помню, кто вызвался идти первым, я скажу вам их имена. Матрос Егор Трубников и индеец Острие Бревна. Третий был без имени, но со стажем в 1500 лет. И прищурившись, как Клинт Иствуд, капитан Воронин смотрел им вслед. Ждать пришлось недолго, не дольше, чем зимой ждать весны. Плохие новости скачут, как блохи, а хорошие и так ясны. И когда показалось облако пыли там, где расступались дома, дед Василий сказал до конца, охренев, наконец-то мы сошли с ума. Приехавший соскочил с коня, пошатнулся и упал назад. Его подвели к капитану, и вдруг стало видно, что Воронин был рад. И приехавший сказал о том, что я видел, я мог бы говорить целый год. Что никто, кроме нас, не знал, где здесь выход, и даже мы не знали, где вход. На каждого, кто пляшет русалочьи пляски, есть тот, кто идет по воде. Но каждый человек, он дерево, он отсюда и больше нигде. А если дерево растет, то оно растет вверх, и никто не волен это менять. Луна и солнце не враждуют на небе, и теперь я могу их понять.